Всем привет, друзья! Многие люди часто интересуются, когда им заниматься, утром, вечером или днем. И правильно делают, что интересуются, потому что наше тело в разные промежутки дня вырабатывает всякие гормоны по-разному. Давайте сегодня рассмотрим, когда лучше заниматься. Погнали! Вообще, сначала вам нужно определиться, когда вы хотите заниматься, когда у вас есть время, утром, в обед, либо вечером. Любое время суток просто подходит идеально для тренировок, тут не должно быть никаких отмазок. Вы должны определиться, когда вам удобно, когда есть время. А то, что более удачно и то, что более перспективно для вашего роста мышечного, мы рассмотрим прямо сейчас. Ну что, друзья, давайте сравнивать утро и вечер. Утром тестостерон вырабатывается на треть больше, чем вечером. Поэтому, если вы хотите быть бодрячком, хотите быть заряженным, то вам лучше тренироваться утром. С другой стороны, утром гормон кортизол, так называемый, который разрушает мышечную ткань буквально на 75% выше, чем вечером. Вот тут стоит задуматься, что важнее, тестостерон либо кортизол. В конце мы узнаем. Исследование Апалачского университета в США гласит о том, что люди, которые ходят в спортивный зал в 7 часов утра, гораздо лучше засыпают вечером и гораздо лучше высыпаются, чем те, которые ходят вечером. Поэтому, если вы хотите высыпаться хорошо, хотите, чтобы у вас хороший сон был, то вам нужно, естественно, ходить часиков в 7 утра, и у вас будет выделяться соматотропин, гормон такой, и гормон роста. Тоже полезная штука. Но с другой стороны, то же самое исследование гласит, что когда вы ходите в зал вечером, то у вас повышается температура тела, и это действует в виде бани, либо, например, горячего душа, и тоже от этого вы засыпаете лучше. Есть такое сказание, что перед тем, как петух начинает драть глотку утром, то Дуэйн Скала Джонсон уже возвращается с тренировки, которая у него началась в 4:30 утра. С другой стороны, каждый из мировых рекордов Усейна Болта был отрепетирован на заходе солнца, поэтому, ребята, думайте сами. Вообще, какие преимущества заниматься утром? Это больше тестостерона, быстрее метаболизм, быстрее вырубаешься спать, ну и, в общем, у тебя больше энергии утром. Плюсы вечерней тренировки в том, что ты можешь снять стресс, который ты получил за день. Тренировка с железом снимает стресс, если вы не знали. Вот, следующее, это довольно-таки хороший сон будет после того, как вы устали, пришли домой уже весь такой расслабленный, под температурой, да, как я сказал ранее, то есть вы такие расслабленные, ложитесь спать и быстренько засыпаете. Следующее, у вас полно сил под вечер, особенно если вы, конечно, не занимались там строительными работами какие-нибудь, не пахали там на работе особо жестко, тогда у вас под вечер будет довольно-таки много сил. Потому что тело разогревается за день, и вы приходите в зал, и вам хочется бомбить. Ну и также хороший плюс тут, вы не бухаете с друзьями вечером, вот. Утренние тренировки, если вы занимаетесь рано утром, они помогают сжечь жир на 20% больше, чем вечерний воркаут. А вечером, наоборот, лучше фокусироваться на тяжелые тренировки, потому что анаэробная выносливость вечером на 7% выше, чем утром. Судите сами. Короче, чем хороши тренировки утром? Тем, что у вас быстро сжигается жир подкожный. Следующее, это есть повод ложиться спать пораньше, то есть вы встаете там в 6-7 часов, лучше в 6 часов утра, да, и ложитесь часов в 10-11 вечера спать и просыпаетесь снова в 6. Вот, у вас быстрый метаболизм, когда вы тренируетесь утром, и также много энергии на остаток дня, потому что вы зарядились, потренили, и вам хорошо становится. Ну а вечером хорошо тренироваться, потому что кортизол значительно снижается к вечеру, то есть у вас мышечная ткань разрушается не так быстро, не так активно. Также вечером у вас больше сил за счет того, что у вас мышцы уже разогреты, вы там утром подвигались, такие днем походили, там, не знаю, что-то поработали, а к вечеру у вас уже все мышцы разогреты. Кстати, меньше шансов получить травму вечером, чем утром, потому что утром вы еще спали, да, у вас мышцы неактивны были, такие забитые все, а утром вы пошли тренить, бам, и порвали бицепс. Такое тоже бывает, поэтому если вы тренируетесь утром, то обязательно хорошенько разминайтесь, чтобы никаких травм не было. А вечером, в принципе, тоже нужно разминаться, но к вечеру у вас уже температура тела поднимается немножко, и уже мышцы такие, ну, эластичные становятся, разминаются такие, и можно уже начать активненько тренить. Вот. И силовая, конечно же, у вас нагрузка гораздо будет лучше идти вечером, чем утром, потому что сил
побольше именно к вечеру. А так, спасибо большое за внимание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и также, если вы хотите знать не только, как нужно спать, а как питаться, как тренироваться, то обязательно переходите на сайт archomoris.com, там увидите самые лучшие программы тренировок и питания лично от меня. Я по ним тренируюсь, и вы тоже должны. Поэтому спасибо большое за внимание, увидимся в следующем выпуске. Пока!